актуальна, понимаешь? Во-первых, она и умственно, и физически, и психически во всех отношениях может вам показать ваши зад и перед. Вот и все. Мне это нравится, во-первых. Во-вторых, если я ей лично задам вопрос, допустим, в комментариях, она на этот комментарий меня даже сломать сможет. Почему? Потому что она, как вам объяснить, не смогу вам объяснить, но она уже знает, кто ей что задаст. Ну, как бы вам объяснить? Я не знаю, как сказать. Вот и все. Ну, вы восхищены нашей Эрной, так понять. А Лео куда пропал? Лео, ты где? О, Лео ушел? Да, он сказал, Сергей, я выйду. А, Сергей, чуть позже, а почему пойду? 90%? Саид. Вот это 10% я хочу знать. А сейчас я не согласен, Серега. Саиду интересно. Ну а что? А почему 90, этот Сергей? Ну, Саид, вы кто? Вот, на самом деле, вот... Я азербайджанец. Я люблю просто людей, понимаете? Я живу сам в Казахстане. Нет, я вопрос задал, вы не ответили все-таки. А почему 90? Да, Серега, потом... вы с чем не согласны? Вы сказали, вы не на 100% со мной согласны, на 90%. Сайдзян, эти 10% армянские проценты, понимаешь? Ни один армянин ни в чем, 100% ни в чем не уверен, понимаешь? Между прочим, я слушал, да, я армянский понимаю, не могу говорить. Я ответ скажу аккуратно. Во-первых, нужен грамотный человек, чтобы письмо писал хорошее на английском языке. Вы кого имели в виду? Я понял, о чем идет речь. Да? Чтобы, да, чтобы встречу назначить, и чтобы этот человек или в Америке, или в Армению приехал этот человек, и с ним беседовать, о чем идет речь. Понимаете? Нужно грамотно писать письмо,